все? Ты в садик сын? Да. Не-не-не, у него вон сандалики, он знает. Где сандалики? А вон они стоят, вот. Афонь, где твои сандалики? Да. А, новые. Ну здесь садись и обувайся, Афонечка. Да, здесь. Ну, сюда. Ну, у тебя где кофта? В садике? Да? Ты что же свое оставил? Так, ну что, всех провела. Сейчас найду свой телефон. И пойду пить кофе. Гришка еще спит. И мы уже проснулись в 5.30 и вяжем уже с 5.30. Вот сейчас вот 7.20. Вот, сейчас сделаю себе кофеек или чаек, молока нет, так что будет чай на завтрак. Ну что, вот мой завтрак, чай с сахаром, паштет, вот этот вот огонёк. Сейчас буду делать себе бутербродики, хлеб резанный. Мне очень нравятся бутерброды, именно нарезанный уже хлеб. Очень тонкий, очень вкусно получается. Так что всем приятного. Заюня приехала помогать, да, зайчка? Ты будешь помогать, Заин? Или нет? Разморозилась мойва. Сейчас я ее помою. И будем в духовке ее запекать. У меня тут как раз есть помощница. Она будет мне помогать. Ты будешь помогать, зайчка? Так, вот такая вот мойва. Я ее помыла. Я помыла. Ты помыла? Да. Молодец. Посолили, поперчили. Да, ты все делала. Угу. Вот, теперь мы будем ее раскладывать на противень, да? Противень сейчас нальем подсолнечное масло, но я еще на низ положу фольгу. Подсолнечное масло немножечко, ну так, чтобы оно было лучше. И все будем раскладывать. Что там у тебя? Да выкинуть, да? Так, ну что, мойву я разложила, еще это будет на второй противень осталось. И отправляю в духовку, разогретую до 220, где-то 200-220 градусов, на полчасика, думаю. Ну, буду смотреть, в общем, в любом случае нужно следить за рыбой. И потом посмотрим, что получится. Так, одна партия готова. Сейчас еще одну. Отправила на другой противень, опять на полчасика в духовку. Блин, покажи. Гриша уже малины насобирал. Там еще ее полно. Ну, потому что руки чуть болят. Гриша, поливай же, ты пойдешь? Так, иди возьми макарончики, покушай. Ты же еще не ел? Я не ел. Так иди сам возьми, там кастрюлька в холодильнике. Мы сейчас с Гришей в Динскую уже приехали. Я думала, что сама приеду, но Гриша тоже. Да, Григорий? Я бы шорты. А? Да, бы шорты. Да, за шортами. Пошли сюда по дорожке. А может, мы... Сначала же в паспортный стол идем забрать эту форму 8 Афанасия. Детский сад. И потом за шортами. Возле кинотеатра какие-то аттракционы, Гриш. Типа лунопарка что-то, наверное. Всякие, глянь. Эти карусели. Григорий, нет, а никаких я купаний. Сейчас... Глянь, тут народ купается, да? Круто, ты тоже хочешь? Блин, да меня дразнят. Да? Меня дразнят. Так, все, мы забрали. Вот он, наш паспортный стол. Тут дворик, тут орлы такие красивые, да? Пошли. Все, теперь Гриша за шортами идем. Вот эти орлы красивые. Да, быстренько мы, кстати, все забрали. Там очередь была, но форму 8 нам сразу отдали. Такую штуку тут поставили в Динской. Были с Гришей в карусели, купили Гришке шорты. 550 рублей кепки. Три штуки. Всем по кепке, да? С Гришкой заходили в Пятерочку. Йогурты мне не очень. Купили Даниссимо. Сейчас будем перекусывать. У меня тирамису, а у тебя с черной смородиной, да? Нет, с этой. Черничный чизкейк, да? Так что будем ложки купили одноразовые. Сейчас будем есть. Варенье прям. Да. Так, сейчас покажу, что мы купили.
Здесь что-то компоты разлит. Так, Марс. Это мы в пятерочке. Маленькие марсики. Такой вот кнор, приправы для шаурмы. Станицы у нас нигде не видела, поэтому решила купить. Попробуем, в общем, что это такое. Почитаю, как это делается. Попробуем приготовить. Вот эти вот фитнес линия, это хлебцы очень вкусные, нам очень понравились. Первый раз мы именно вот этой фирмы берем, и они что-то стоили очень бюджетно, 26 рублей, по-моему. Так, Григорию кепку, это мы в детском магазине. Ой, я взяла, хочется мне чего-нибудь копчененького. В общем, взяла щеп по 15 рублей пакет. 4 пакетика взяла, лечу. Вот кетчуп лечу. Это журнал. Дрожжи взяла. Доктор Эткер пробовать. 3 пачечки там где-то еще одна. Григорий себе в детском магазине взял, но дети очень хотели эти, как спиннеры. Вот 1-2 взяли, уже у нас денег на них не осталось. 250 рублей вот эта штука стоит в Динской. Не знаю, может быть, где-то дешевле, но на Китае точно дешевле. Nescafe Gold крема взяла попробовать. Стоил 200 рублей по акции в пятерочке. Вот еще один спиннер. Это взяли специально маленький, чтобы Афоня мог его крутить. У него это пальчики-то коротенькие, но он круче крутится, легче и беззвучно. А вот этот зеленый большой, вот с небольшим звуком таким. Ложки взяли. Мы ели ими Даниссимо. Это от спиннера. Один шел вот беленький, вот в такой вот кругленькой пластиковой коробочке, а зеленый в картонной. Еще взяла пшено для супа. И вот доктор Эткер еще одни дрожжи. В принципе, все. Здесь еще какие покупки в детском магазине. Это еще 2 кепки. Что там дети разберутся, кому какая. Кому какая. Вот это вообще классное, мне так нравится. И Гришки шорты с ремнем, но ремень он сказал носить не будет. Вот Григорию джинсовые шорты. 550 рублей, но Грише, не знаю, понравились вот такими вот оборванскими штуками. Но за такую цену, мне кажется, вполне себе нормальные. Я в шоке, какой у нас дождь начался. Да во сколько, в 4 часа начался, но тут вообще такое шумит. Просто бешеный. Жолоба, все течет. Первый день раз чесночок. Угу. Чеснок? Так, Григорий, поехали. А чеснок такой... в кроссовках. Побежит. Давайте, смотрите. Давай, побежали, сынок, побежали. Сыночек, это там что? Там мама купила щепу, чтобы мы коптили рыбку или мяско на костре, да? Рыба! Ты рыбку хочешь? Да. Антоха уже в новой кепке. Разных. Не знаю, надо сейчас посмотреть. Ну, вот этим. Ну, помнишь такой канал, где нарисованы разукрасы? Не знаю. Не канал, а сайт. Сайт. Мам, деда уехал. Дедушка уже уехал? Да. А бабушка? Да. А Степа? Да. Еще а Афоня? Афоня, подними кепку, пожалуйста. А вот это как? Это твоя кепочка? Это. Ты уже мерил ее? Ага, была. Не, на улице не надо, там мама, дождь идет. А это Григория, да. Да, да, да.
трактор? Да. А он уже уехал? Ну что, у нас уже вечер. Я уже жду, когда закипит компот, чтобы его закатать. Поубиралась немножечко под навесом, подмела. Здесь, конечно, еще плитка очень грязная, но божеский вид все привела. Сейчас буду закатывать компот. Жду, когда закипит уже еще одну партию. В общем, еще пока не кипит. И буду катать. Я пока разбираю гору белья в гардеробе. То, что там, конечно, тоже завал. Надо сейчас все убрать. Ну, уже Антошкина разложила, я с Афоникиным. Григорий осталась. Вот там... А дети тут все с этих... Вот там, видите, это спиннер. А, спиннер. Это такой удобненький, а зеленый там неудобный. Тот, что поменьше, вот детям больше понравился, да? Вот там, видите, как я могу. Я могу и на другом. Видите, как? Я тренировщик. Ну что, на сегодня все, уже 11, я только закатала. Убрала здесь на кухне, уложила всех спать, вымыла там плиту после закатки, потому что компот у меня, как всегда, забежал, пока я тут убирала, слышу уже, что-то воняет горелым, там уже, в общем, ЧП, вот, ну ничего страшного, все помыла сразу, чтобы ничего не присохло. Всем до завтра! Очень рады, кстати, что купили мы спиннеры. Дети прям в восторге. Заняты были сегодня весь вечер только ими. Что-то там сидели, болтали и крутили. И так здорово строили башенки из кубиков. И наверх их ставили, раскручивали. Что-то типа мельниц получалось. Вот. В общем, всем до завтра. Завтра у нас что? Уже четверг. Эта неделя очень короткая. Вот. Увидимся завтра. Пока. For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own.